Че, не клюет? Нет. Сейчас хорошего червяка туда поставим. И что, клюнет? Клюнет. Клюнет обязательно, да? Вот ответ, видишь, дай ведерко. Идем. Ну и что? А? Есть рыба? Нету рыбы. Ёрш, ельчик, сик. Кто? Рыба какая-то же есть. Кто это? Ельчик. Ты что так подпрыгнула-то? Что, есть, нет? Нет. Да ё-моё, ты сегодня не поймаешь, нет? Давай из себя вытаскивай нормального. Сейчас я буду ловить. Ёпс, есть. А кто фотографировать-то будет, а? Что-то я херню какую-то поймал. Момчик. Момчика. Да. Давай я его почищу пока. Какой пожарю? Его надо собакам. Ты собакам. Че? Зайди, это самое, вытаскивай, у меня тут клюет. Вот я тебе говорю, только что клевала. Скараулить надо. Да я вырежу, если что, что ты? Не надо, правда. Идет. Идет? Кто-то. Оторвался. Да ну. Ё-моё. Что это ты поймала там? Ёрш, блин. Юпарсатена. Это будет гость сегодня кушать. А вот. Я не буду ёршика кушать. Отпускай ёрши. Не. Нет, не видел. Тащишь? Я-то поймал что-то. Момчик. Я понял, сегодня только я ловлю. Тут стоят. А, уплыл. Почти нет, не уплыл. Еще вон он лежит. Лежит. Сейчас уплывет, не уплыл. Так, я маленько лесочку мотал. Ну, я тоже ближе закинул. Там уже это... В интернете спрашивают, почему мы вот так с грузилом закидываем, а не на этот, не на фидер рыбачим. Я говорю, меня тут под убором с фидером увидят нахуй, эти мужики в белых халатах замучаются ловить потом. Ну фидер, удочка длинная такая. Составляется с нескольких этих кусков, все длиннее выдвигается на рогатке. Я подожду. Может, это все-таки сик? Не, на это, на палец трогаешь, нифига не сик, что-то маленькое. Щипает. Ой, щипает. Оп, блядь. Ёрш нафиг. У берега прямо. Ты что там тащишь? Тоже ёрш? Ё-моё, так можешь наоборот дальше закинуть. На берегу совсем они ерши клюют нам. Где дергает? Где дергает? Что там? Кто идет? Сорвался? Плохо.
Этот окунек-то ведь... Я что-то совсем 2 метра закинул. Окунек-то, видать, не выжил. Смотри, чайки летают. Меня что-то хорошо клюнуло. Так он уже съел все, сошел. Где? Он, может, ждет, сейчас опять будет. Вон, у меня клюнет. Во, у меня клюнуло опять. Я говорю, он еще здесь. Идет. Кто идет? Рыба. Рыба, рыба. Что за рыба? Момчик. Че сегодня одни момчики? Че, упустила что ли? Упустила что ли? Да. А падать грудью на нее. Клюет. Что-то сегодня вообще плохо клюет. Всякая фигня клюет. Но у нас уже черви кончаются. Засохшие какие-то одни остались. Что засохшие? Вот сколько. Вот. Это хуже. Хороший. Раз-два и нету. О, о, нифига. Вот это ты прокараулил она. Вот это поклевка была. Опа, что там есть что? Кто есть? Сик? О, мелкий. Хахариус. Пускай. Вот он. Побежал. А, солнце как печет, нифига себе. Ты сними эту фуфайку. Не, меня комары кусают. Вон, смотри, у тебя клюет. Че? Да ты че? Что там хорошо идет? Опа, сижок. Ну-ка, пок. Ну как дергается, смотри. Смотри, глазом моргай. Моргает? Да. С ума сойти, как это сик научился глазом моргать. Ну смотри. Все заглотил? Угу. Че ты порвешь какой-то лес? Ну как делать? Пальцем. Не могу кусть. О, нифига ты маньяк. Поцелуй. Не. Поцелуй. Не. Ить. Тихо бегаешь. Тихо ходишь. Че, я реактивная, что ли? Че, клюет? Идет. Угу. Серьезно? Угу. Момчик. Угу. Это один сик, что ли, попал у них там. Да? Ага. Вам что, еще повезло? Нет. Больше придурков не нашлось. А? Придурков больше нету. А вот там что делают? А, это этот, Вася Клинаевич отъехал. Вот она. В натуре бабочка. А у нее крылышко что-то повреждено. Это потому что бяк. Вон, смотри. Она с воды, наверное, или что? Бабочка. Улетела. Сейчас упадет куда-нибудь.
на лодку села. Да. А что, чипсов не было? Нет. А что купил-то? Ты пиво-то зачем купил? Это не пиво. Это пиво. Но, и прочитай, что это такое. Ты, Витёк, хорош бухать-то. На. Это зачем? На Новый год. Зачем опять идти, что ли, в магазин? Витя, ты как старый перец, а. Опять, что ли, в магазин идти? Нет. Я, комары не съели? Съели. Скоро домой, наверное, линять будем. Нет. Как нет? Тебя же комары съели. Что такое, Витя? Дядя Гоша вот тут рыбачил постоянно. Что? Где вот тут он, блин, постоянно везде сидел, по этому берегу. С лестницы он спускался, так же напротив сидел. Ну и что, тяни, где? Рыба есть там, нет? Клюет и нифига. Лата утонет. Что там у тебя, клюнуло? Тащишь? Кто там здоровый? Сик. Не, ну сик. Нормально тащился так. Я хоть снять успел. Нифига он заглотил. Ты видал, он когда есть, он херак сразу заглотил, уже фиг уйдет. Ёк, ты как этот, как Джейсон весь в крови. Костя, вот смотри. О, у меня тоже сик, смотри, чё. Ну чё? Всё, у меня не попал. Крачка. Да, одни комары снимаются он там. Правильно, там же не лес. Чё, клюнуло? А, есть! Ты чё подпрыгиваешь-то так? Тащишь? Да ё-моё, ты чё такое-то? Да-да, ты сейчас наговоришь. Он, по-моему, только у тебя начинает уходить. Да-да. Осень. Грибы, бля. Иди нахуй, грибы, бля. Галлюциногенные, что ли? Для них еще рано. Че, мухоморчиков может нынче насушим? Вот так пойдет? Стрижики что-то по три штуки летают, видать, еще это. Самок делят. Или они втроем живут. Сейчас как пикируют, говорю, второй. Эти гудят негромко маленькие, а там вот когда на карасей рыбачил, к этому к фотоаппарату подлетят, ты в наушниках сидишь, это как будто в ухо залетел. Чистить оно все равно все наверх выйдет. Бесполезная чистка. Сейчас быстрее на бензобазе сигов налови, чем мне водом спасти тут. Сережки? Конечно. Не знаю, я пробовал сейчас руханский, нифига. Вчера поймал сразу штуку в этой больничке. Четыре. А что, я приехал, мы вместе сидят уже. Рядом сел где-то в 5 утра. Нет, 4:30.
Карася он можно было херачить, блядь, куда его девать? Так, конечно, я и не стал бы. Так бы принимал бы кто-нибудь, ну. Вольф по 30 рублей. По сколько? По 30, я его в жопу засунул. Блядь, ну по полтиннику я бы еще сдавал, а по 30... бензин больше бы. По 30 оно вообще что-то никуда, ну. Щука полтинник. Щука, ну знаешь, полтинник. А это ясь, карась, 30. Ладно, счастливого. Мышиный горошек распустился, цветет. Кучно. Порыбачили, скучно. Три сега и ельчики, момчики, ёршики, всякая фигня. Чё встала? А? Дунька, блин. Я в говно наступил. Клевать будет. В говно наступил. Клевать будет, но надо возвращаться. Пошли. Не. Обратно, что ты? Не. Осмей! Здесь деревня вымершая. Ни души не видать. Даже это, видала? Собаки не лают. Я? Как этот зомби-ленд. Ночью только зомби выползут. Кузьмич, я здесь! В какой сарай мы водку сгрузили? Это ты, Лёва! Я тебе говорю, тут ночью только зомби выходят. Кого? Кузнечик чирикает. Витьку-то где искать? Витьку-то где искать? А я знаю.